Добрый день, меня зовут Дацё Елена, я нейропсихолог и работаю в проекте «Подготовка к школе». Сегодня хочу рассказать вам про межполушарное взаимодействие и что же это такое. Ведь в последнее время мы очень часто слышим этот термин, но не знаем о его важности и для чего он нужен. Межполушарное взаимодействие – это особый механизм левого и правого полушария, которое соединяется в единую интегративную систему, которая работает целостно. И для чего же нужны межполушарные связи? Ведь нужны для того, что правое полушарие отвечает у нас за ориентацию в пространстве, интуицию, воображение, также за эмоциональность и обработку невербальной информации. Левое же полушарие отвечает за логику, память, мышление, обработку вербальной информации, также за правую половину нашего тела. И только при взаимодействии двух полушарий мы можем полностью логически мыслить, можем проявлять свои эмоции и также анализировать информацию. И для работы дома родителям возможно делать такие упражнения, например, как рисовать двумя руками одновременно. Либо одновременно одевать колечки на две пирамидки, поставить их перед ребенком, и чтобы он одновременно совершал эти двуручные действия. Также, например, мы можем играть в такую игру, как, например, поставить уточек в миску, и как бы одной рукой, например, мы их кормим, а левой рукой, например, мешаем водичку, чтобы они как бы плавали. И в любом случае мы будем расширять наши межполушарные связи. Хочется напомнить, что наш проект проходит при поддержке Федерации АШАН для молодежи. Спасибо за внимание. До свидания.